Цветная, пекинская, брокколи и, конечно, белокочанная. Урожай полезного овоща в кооперативе «Перспектива» в этом году неплохой. На 700 гектарах получается вырастить до 50 тысяч тонн капусты. Урожай собирают вручную. Работа утомительная, но машина человеческий труд не заменит. Погодные условия тяжелые в этом году. Но для нас, сельхозников, в каком плане? Очень мало было осадков, сухая погода. И получалось, очень нужно было практически все лето поливать. И мы поняли, то, что нам недостаточно уже поливочного оборудования. А так, в целом, все замечательно. Вишкаемское объединение входит больше 100 человек. Это работники личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, и даже двух крупных предприятий. В развитии помогают государственные субсидии. В этом году, к примеру, в развитии материально-технической базы помогла погектарная субсидия. Как ИП «Лапушкина», я обращалась в фонд предпринимательства, где и было оказано займ. Очень удобный и, самое главное, низкий процент. Мы на эти денежки приобрели большое количество семян, которым остро нуждались. Продукцию фермеры отправляют на перерабатывающий завод в Башкирию. Также местную капусту можно приобрести в розничных сетях. А этой осенью вишкаемские овощи представлены на сельскохозяйственных ярмарках. Также овощеводством в регионе занимаются в Лаишевке, Корсунском, Меликесском, Старомаинском и Целининском районах. Анна Тищенко, Управда ТВ.